впервые в новом здании такая выставка вообще происходит, именно выставка скульптуры. Ну и Елена Анатольевна впервые здесь выставляется, хотя ее судьба с Вологодчиной неразрывно связана, и Вологодчина ее вдохновляет, и поэтому для нас это особое значение этой выставки. Елена Анатольевна Безбородова также создала бюсты и Христофора Леденцова, и Василия Белова, и Владимира Корбакова, ну и многих других наших прославленных земляков. Здесь представлены люди нашего Отечества и разных эпох. Вот. И, опять же, наше Отечество, оно не просто земное, да, это вот, оно уже очень важное и духовное, потому что тысячу лет назад святой Владимир крестил Русь, поэтому здесь представлена еще и евангельская тема «Земная жизнь Христа», поскольку именно Евангелие восприняла Россия, Русь тогда, и это определило и нравственные, и духовные принципы развития нашей страны. Я с радостью показываю здесь свое творчество, тем более, что самоопределение у меня произошло здесь. Русский Север меня подпитывает.